друзья. Так не грустно нам. Я вообще не опоздал. Я опоздал, да? Ты не успел, Ярик. С Ромочкой встать. Ну, мы заканчиваем эту программу на сегодня. Очень надеемся, что мы сможем исполнить ее снова в таком виде, в котором мы исполняли ее несколько лет назад. Год, по-моему, полтора года. Да, да. Все зависит от вас, как всегда. Пожалуйста, вы знаете, кому писать относительно того, чтобы этот концерт приехал либо в Петербург, либо в Москву. В общем, делайте все, что хотите. Мы с своей стороны тоже Екатеринбург можно. Это процесс. Я думала, все зависит от вас. Покупайте билеты, приходите на наши концерты, тогда все будет. Пишите, а давайте вот узнаете, кому писать. Давайте посмотрим, может быть, этому человеку в глаза. Давайте пригласим его на нашу сцену. Хорошая мысль. На наш праздник. На наш праздник. Вова. Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень благодарен вам, что вы провели этот вечер вместе с нами. И, конечно же, я всей душой с вами на этом концерте. Люблю всех и каждого, кто сегодня находится в этом зале. Друзья, я передаю вам привет, конечно же, из США. Вы помните, что мы здесь открываем филиал, мы развиваем нашу пентаграмму. И впереди у нас всего много-много интересного, конечно же, вместе с вами. А сейчас я хочу обратить внимание, что будет еще один сюрприз. Я хочу мысленно отправиться в столицу Монголии, в Улан-Батор, где мы также открываем наш филиал образовательных центров Пентаграмма. И пару слов скажет руководитель нашего отделения Жафлан Эрденебал прямо из Монголии. Ничего необычного. Сантано, вот ты тут. Добрый день, уважаемые зрители. Я рад приветствовать вас в столице Монголии, Улан-Батор. С днем рождения, продюсерский центр Перча Entertainment. В настоящее время идет активная подготовка к открытию филиала продюсерского центра Перча Entertainment в столице Монголии, город Улан-Батор, с целью укрепления восточно-азиатских связей и выхода на новые рынки. С днем рождения, продюсерский центр Перча Entertainment. С днем рождения. А вам, уважаемые зрители, отличного концерта и ярких эмоций. До новых встреч! Таким образом, все мы хотели реализовать на ближайшее время открытие филиалов в США, в Монголии, потихоньку сбываются. Я надеюсь, все это приведет нас всех к нашей долгожданной цели и к нашей мечте. Еще раз всех вас обнимаю, люблю и целую. И до встречи на Пентаёлке 11 января. Потому что Монголия — это ближайшая точка к Японии. Я думаю, что это приблизило нас немножко. Я не понял по формулировке. Мечта Кирилла Олешкевича была сделать мюзикл «Тетрадь смерти» или открыть филиал Монголии. Подожди, а может Монголия купит права, поставит там, а может Россия купит у Монголии постановку? А может «Тетрадь смерти» — это монгольский мюзикл изначально? Кстати говоря, Фрэнк Уайлд, он известный монгольский композитор. Горловой композитор. Горловой. Горловой композитор Фрэнк Уайлд. Так, а что мы здесь? Как будто костер у нас здесь горит, да? Костер сам горит. Костер нам принесут, может быть. Может, нам принесут. Несите! Несите! Костер! Пожалите вия! Не будем забывать повод, по которому мы сегодня здесь собрались. А именно, у нас именинник, один большой, да. И поэтому внесите, что, в студию. Я вижу, он уже горит, он сейчас горит там, прямо за сценой. Внесите горящего именинника в студию, пожалуйста. Пожалуйста, принесите нам это. А петь что-то надо? Какой день рождения без костра? Петь что-то надо при этом? Просто без песни не получается. Много лета. Просто. Раз, два, три, все вместе.
Вот рассказывай мне потом про концерты. Зови ее, а не больше. Подождите, ты размер. До этого орущие шкурки превратился в трио орущие шкурки. Новый член нашей команды. Спасибо. Слушайте, у меня один вопрос. А кто-нибудь успел загадать желание это? Нет, я знал. Я загадал. Я не загадал, я до сих пор от Монголии отойти не могу. У меня, кажется, заложило ухо, простите. Встретиться вот этим великолепным теплым коллективом на десятилетие. На десятилетие несостоявшегося мюзик 18 лет. Друзья, а представляете? Представляете? То есть там будет тоже такая фантастическая монгольская пятерка. И когда-нибудь мы сделаем международный концерт. Совместный десятка будет, да? Спустя 30 лет мы сделаем совместный международный концерт. Ну знаешь, с моим разрезом глаз и моим ростом я могу участвовать. Слушай, у меня лет через вас тоже веки еще больше вот так нависнут на глаза. Вот так вот. Нормально. Очень смешно. Сказал самый молодой в нашей команде. И самый быстрый. Поддержи себя. Да, давайте, друзья. Подождите. Я больше в этом не знаю. С днем рождения, пентаграмма! Смотрите, я уверена, что вот загадал Кирилл, загадал Ярик желание. Но многие, наверное, не успели, не подумали, что можно тоже загадывать. Давайте все вместе сейчас загадаем желание. Еще раз зажжем свечи. Иду и кричать будем. Всем встал. А давайте лучше споем. Споем все вместе. Песню, которую все знают. Желать чуда, и оно сбудется. Всем нам праведным и грешным. Мне трудно стоять в середине. Стой. Если да, стой. А я перекрою Рому. Что ему понравилось? Oh,
можно я сейчас, знаете, скажу? Проворонишь? Да нет. Ты созрел, наконец. Гитара Роман Савченко. Клавиши Юлия Полуэктова. Ударные Владимир Никаев. Бас Алексей Верченов. В роли Рюка Кирилл Гордеев. В роли Мисы Вера Свешникова. В роли Рэм Елена Газаева. В роли Эл Ярослав Боярнос. И наш композитор. Не композитор, не ведущий. Да, не Фрэнк Вап. Итак, дорогой зритель, аплодисменты себе. Ребят, спасибо, что за эти 5 лет вы вместе с нами. Присоединяйтесь, следите. Ну, кто-то отваливается, ну что ж. А кто-то не знает, куда пришел. Да, у нас же есть историки. И останется на следующие 5 лет. Пентаграмма, с днем рождения, Кирилл Лешкевич, приезжайте! Что там? Мы едем в Монголию. Пойдем брать билет. Поедем. И общее фото быстренько давайте сделаем. Оп! Все как всегда. А быстро просите свет. Свет в зал, спасибо. И, Саш, отгладьте фотографию с этого ракурса, а вторую вот с этого. А потом... Нет, просто чтобы вторая часть зала чтобы тоже влезла в фотографию, да. Днем рождения! Днем рождения! Простите, те, кто за моей головой, вас не видно будет. Я закрыла. Так, Алла Борисовна, пойдемте. Хватит.